Песню Диана Анкудинова исполнила, не побоюсь этого слова, бомбически. Посмотрим сегодня выступление Дианы, которое состоялось 25 июня в СПБ, дворец Белосельских, Белозерских. А со сцены звучит композиция «Остались». Да еще как звучит. Закрою глаза руками, мысли застряли между пальцами. Не помню, что было с нами, когда мы друг друга не знали. Но меня забывали, меня забывали. Прятаться под карниз, это был наш каприз. Меня забывали. Я не знаю, это какая-то фантастика. Это невероятно. В конце у меня просто все дыхание сперло от исполнения Дианы. Всю душу она вложила в исполнение этой трогательной, очень мощной композиции. Какой же невероятный голос у Дианы. Каждый раз она меня каждый раз поражает, удивляет и бросает в дрожь от ее голоса. Это было невероятное, живое причем выступление вот такого уровня. Это было очень классно. Огромное спасибо авторам этого ролика, а именно каналу под названием «С любовью к песне». Ссылка на оригинальный контент, как всегда, ждет вас в описании. Можете посмотреть уже без моих комментариев. Вы испытаете, я думаю, подобные эмоции. Надеюсь, вам понравится. Ну, а если вам пришлась по душе эта реакция, непременно подписывайтесь на канал, поддерживайте ролик лайком, можете поддержать наш канал. Ссылка на реквизиты ждет вас, как всегда, в описании. Ну, конечно же, слушайте хорошую музыку и берегите себя. С вами был Горинов. Всего хорошего. Увидимся. Пока не ушел, подпишись на канал. И лайк ты свой не забудь тут нажать.
прожми колокольчик, даже если устал, и новости будешь ты получать.